На Урале, в Ашинском районе, есть маленький город, который находится между гор. Называется этот город Син. Вот мы сейчас смотрим на этот город с Доменной горы. Одной из главных достопримечательностей этого города – это Симский пруд. Вот сейчас мы с горы смотрим и видим часть этого пруда и пляж. Вы, наверное, подумали, что это в одном из дворов этого города. Такая красота. Но нет. Эта красота у нас у ПАО «Агрегат». Это завод в городе Син. Здравствуйте. Сегодня 29 мая. По просьбе местных жителей города Син сейчас проедем в один из дворов и покажем, как там обстоят дела. Дело в том, что местные жители сказали, что уже на протяжении 2 лет жалуются во всевозможные инстанции, и дело не сдвигается с мертвой точки. Давайте проедем и узнаем, что у них там происходит. Поехали! Так, вот мы приехали. Такой дворик у нас в городе Син. Посмотрим, как здесь живут люди. Пообщаемся. Что самое интересное, я возле Кирова 19, возле дома, не смог нигде остановиться. Места для парковки есть, но в любом месте, где ты не остановишься, ты сразу же выходишь в лужу. Везде вода. Нет асфальта, везде яма. Сейчас давайте сходим, посмотрим. Пообщаемся с людьми. Здрасте. Здесь еще проблема из машины у вас выйти. Везде одни лужи. Абсолютно. Но я не одна здесь, а с ограниченными возможностями. У нас вот еще Рома, у него тоже проблемы, да, у него ДЦП. То есть мы тут два колясочника, которые ездим просто по убитой дороге. А одна здесь проехать, я действительно боюсь постоянно отписки. Мне сколько уже? 2 года обещают положить здесь асфальт. 2 года. Мой отец Андрей Гудков, он как-то один раз шел здесь, запнулся и разбил себе голову. Вы представляете? Вот вон там он, там вот, подальше. И получается здесь абсолютно, как после бомбежки, выезжать одной, ехать я не могу, я боюсь упасть. А вы представляете, что такое ехать по таким кочкам, по таким ухабам на коляске? Это очень проблематично, тем более страшно еще за коляску, она может сломаться просто-напросто. Так, а кто обещает? Гафаров обещал. Лично? Я лично подходила к нему. Я спрашивала по-хорошему. Ну, не стала писать в Москву, думаю. Ладно, думаю, зачем? У нас обычно, когда в Москву пишешь, кого-нибудь пока не тряханут, думаю, ладно. Наивная была, подумала, что действительно положат асфальт. Пока когда там делали асфальт, думала, здесь положат. Не, не положили. Так самое главное, с каждым годом еще хуже. В том году такого не было. Сейчас вообще кошмар. Посмотрите. Это ужас. Я могу даже проехать, посмотреть, как я езжу тут. Так, ну мне нужна будет помощь, поддержка супруга, чтобы, не дай бог, не перевернулся. То есть вот тут я уже проехать явно не смогу. Тут есть по бортику, но я не знаю, что скрывается под лужами. Здесь лужи очень-очень глубокие. А что под ними спрятано, тоже непонятно. Это то есть ехать придется вот тут. Коляску постоянно заносит. Вот тут единственный отрезок нормальный. Далее. Далее тоже кошмар идет. Вот как здесь проехать?
Неизвестно, все убито. То есть, если я в том году еще могла вот здесь проехать сразу, да? Тут сейчас я боюсь перевернуться. Ведь пострахуй, пожалуйста. То есть, как вот тут ехать? Мало того, что маневрируешь между этими кочками, пытаешься где-то найти хотя бы островок суши, так еще и постоянно машины летают. Сколько говорили, чтобы тут не было машин, да? Или хотя бы как-то ограничили, хотя бы лежачий полицейский, что ли, положили бы нормальный. Нет, машина здесь постоянно ездит, постоянно. Аня вот тут вот с сыном живет вот в этом подъезде. Вот, а я, кстати, не знаю, что тут. Вроде нормально проехала. И вот так вот по бортику мне приходится ехать домой. Коляску заносит. Вот можно посмотреть, как наклоняю их я. Вот. И вот по этому бортику. Скоро этого бортика не будет. Все? Ужасная дорога. Я бы сказала, это дорога убийства. Была одна инвалидность, станет две. Вот такой старый дворик в городе Сим, где нет асфальта, где лужи, где нет элементарных детских площадок. Вот, видимо, так сидеть, отдыхать здесь. Зато лавочка есть. В нашем дворе не хватает, конечно, обустройства для того, чтобы детям было уютно, было где играть. Вспоминая наше детство, у нас была и футбольная площадочка была, и качели все были исправнее, и песочницы в каждом углу были, ребятишки всегда играли, мелкие сам, и в этом возрасте был. Вот чего не хватает? Ничего сверхъестественного, все самое обыкновенное. А то единственное, вот осталось более-менее живой вот этот вот уголок, где ребята некоторые, подростки приходят, немножко занимаются, ребятишки. Ну и все, а больше-то тут и ничего. На качели уже страшно садиться. Иди, качели. Опа. Как-то так. Качелях качаются местные дети. Никто не хочет. Нет. Можно убиться. Это за моей спиной жители сами отсыпают себе, оказывается, место под парковку. Это вот такая, видимо, детская площадка. Дети, наверное, учатся на этих, на механиков или на слесарей. Или сразу газовиками будут. Что я могу сказать по этому видео? В том году, примерно в это же время, я снимал этот двор. Снимал детскую площадку, как там играют дети, что там нет ни детской площадки, ни дороги. В том году жители сами отсыпали себе место под стоянку, чтобы машины не ставить в воду, потому что там везде постоянно лужи, постоянно вода, постоянно грязь. В этом году ничего не изменилось. Стало только хуже.